Он такой дедок, серенький, в костюме и жилеточкой. По футболу такое себе, как у Фифера любого. Вы видите мое тупое лицо, да? Но он большой, сильный, красивый, умный, наверное. Мы расстаемся. Анонс. Друзья, всем привет. Рада приветствовать вас на канале «На пару». Сегодня ваша самая любимая рубрика. Девушка отвечает на футбольные вопросы. И поверьте, если я скажу, что я подготовил самые уникальные 10 вопросов, что когда-либо были на этом канале, Алина попробует ответить как можно больше. И за каждый правильный ответ получит косарик на шопинг на косметоз. Но я бы назвала бы эту рубрику «Как муж издевается над своей женой». Домашний абуз. Ну и коли пошла тема денег сразу, я хочу задать тебе очень интересный вопрос. Он супер сложный, ты, скорее всего, не догадаешься, но интересно твое размышление. Я тебе скажу самых богатых футболистов, которые сколько зарабатывали. Ты догадаешься, наверное, кто эти футболисты? Лионель Месси на 5-м месте в списке. 625 миллионов. Это за всю карьеру без учета там последних полугодов. То есть статистика за прошлый год. 625 миллионов он заработал. Дальше. Дэвид Бекхэм, тоже богатый человек. Да. Мы знаем, что он заработал у него больше денег уже после заката карьеры. Все-таки тогда контракты были не все. Но он заработал 630 миллионов. И мне кажется, он больше заработал не на футболе, а на рекламе всякой. Ну да, бренды. Так же, как и Роналду. Роналду тоже заработал очень много на рекламе. Он не на первом месте? Нет, он не на первом месте, я тебе сказал, 5-4-3. На третьем месте как раз Роналду, 780 миллионов. Причем он сейчас самый высокооплачиваемый футболист в мире, потому что он зарабатывает в год 260 миллионов. Это очень солидно. Саудовская Аравия, ойло, все хорошо. Я считаю, на что можно потратить такие деньги сразу в уме. И теперь вопрос звучит следующим. Ты не догадаешься в жизни, кто на первых двух местах, но просто попытайся догадаться цифру хотя бы плюс-минус. Мне интересно показать, кто эти люди, если честно, даже больше, потому что я была... Я тебе расскажу, это интересно. Я была полностью уверена, что это Роналду, ну или Месси, но все-таки думаю, Роналду больше, учитывая, что он саудитов выбрал. Так, ну если у того было 700 с копейками, то там, думаю, на втором месте это 800 с копейками. То есть второе место, думаешь, что заработал чуть меньше миллиона? Да. Я думаю... 21 миллиард и 800 миллионов. То есть ты ошиблась на 21 миллиард. Я хотела только что сказать, ты меня перебил, что ни у кого нет миллиарда. У него их 21. Я тебе больше скажу, то есть ты здесь ответил неправильно, это футболист бывший Арсенала, Фламини, крайне посредственный игрок, но он отыграл несколько сезонов. Где он взял 21 миллиард? Он после заката карьеры, все деньги, которые у него были, он вложил в биохимическую компанию, которая занимается альтернативами, пластику и так далее. И сейчас его капитал 21,8 миллиона. Миллиарда. Офигеть. Но это не первое место. А, даже так. Теперь угадай, сколько у самого богатого человека, который когда-либо выходил на поле и играл профессиональный контракт, имел. То есть я поняла, я сначала рассуждала, что те люди, которые занимались футболом, на этом заработали контракты вокруг, а оказывается, все не так просто. Я так могу сказать, что он играл даже относительно за Челси. Ага, хорошо. Мне это не очень помогло, но если там было 21 миллиард, то здесь пускай будет 48 миллиардов. 31 миллиард. Ну, тоже неплохо. Его зовут, боюсь ошибиться, Файк Булкиах. Who is it? Он из королевской семьи. А, все. Ну, этот... Он наследство, типа. Да, но он унаследовал эти деньги и уж, ну, и начал после этого карьеру. Но он был даже относительно перспективным, но, конечно, не пошло. Ну, какие-то невероятные цифры. Я бы точно не угадала, потому что я думала, что вот предел миллиарда никто не... Знаете, Фламини, это такой безумный респект ему выдаю, потому что я помню, как он был, ну, такой себе футболист, знаешь. Ну, типа, немногим лучше бы меня, знаешь. Ну, он настолько построил сейчас себя после... Сейчас в комментариях пошел срач, пошел. Не, реально, то есть он был запасным игроком, иногда основным, но в арсенале, но в карьере. Если вы начинали карьеру в то время, вы всегда его продавали первым делом. Это лишний раз доказывает, что надо родиться в хорошей семье или правильно вложиться. Или правильно вложиться. Здесь ты, короче, вообще промахнулась, но это было сложно. Это поэтому было очень сложно. Дальше будет лучше. Я не уверена, но спасибо, что веришь. Ну а пока вы наслаждаетесь этим роликом, я хочу вам напомнить, что нас ждет невероятный матч. Его можно сделать еще интереснее благодаря нашим друзьям OneX. Они на рынке больше 17 лет и являются официальными спонсорами таких команд, как PSG, Барселона и Team Spirit. Быстрая регистрация, никаких комиссий. Все ссылки есть в закрепе, там же вы найдете промокод, который даст до 25 тысяч рублей бонусом при первом пополнении. Я тебе назову трех футболистов, ты должна понять, что у них общего. Интересно, давай. Не жена, сразу говорю. Пауло Дибала, Жерард Пике и Кейлор Навас. Нации у них всех разные. Да. Не нации. Клубы, они тоже играют во все в разных клубах, тоже не подходят. Они все мужчины? Нет. Футболисты? Сложнее. Позиции у них все разные, да, тоже. Один из них вообще вратарь, то есть ведущая нога не может быть, потому что вратаря, наверное, нет ведущей ноги. Действительно. У него ведущие руки. Хорошо. Я думаю так, не в обиду вратарям. День рождения в один день? Нет. Блин, сложно. Не по очевидному как-то иду, да? Это какая-то фигня, не очень важное что-то. Нет, такой престижный список. Они все были победителями Лиги Чемпионов. Нет. Но если вы уже сейчас догадались, что у них общего, напишите в комментах и поставьте лукас, потому что если вы наберете 10 тысяч лукасов, то рубрика будет жить. И я сделаю еще более жесткие вопросы, где она уже за фейлы будет платить мне. Ого, нет, я
согласна на такое. Блин, я не знаю, если честно. Можно подсказочку какую-то? Тебе надо подумать о их клубах. Давай, давай так. Где Кейлор Навас играл два известных клуба? Так, ну он играл в Реале, и он играл в ПСЖ. Хорошо, дальше. Пике, он играл в Барсе 1000 лет. Где до Барса играл? Я не знаю. В Юнайтед. Манчестер Юнайтед. Он там в академии был. Ага. Дибала. Он итальянский весь чемпионат же у него Ювентус. Был. Ювентус. Ювентус играл, точно. И чё? Они все разные? Что это может их объединять? Что они все меняли клубы. Ну пока я... Ладно, дам последнюю подсказку. У него клуб, мы вычислили, Ювентус, это важно. Да. Какая у него нация? У него аргентинец. Все, думай. Все они играли, остальные тоже в команде с аргентинцем. А, Пике играл с аргентинцем тоже? Типа с Месси. Продолжай, развивай. Эти три игрока имели, так сказать, честь играть и с Роналду, и Месси. А, боже, точно! Пике застал Роналду в Юнайтеде. Месси в Барсе. ПСЖ было Навас, и также он застал... В Реале, там Роналду, там Месси. И Дибала играл в Ювентусе вместе с Роналду и в сборной Аргентине вместе с Месси. Я, если честно, не знала, что играл Роналду в Ювентусе. Мы расстаемся. Анонс. Мы буквально вчера снимали ролик с карточками FIFA. Да. Если вы не видели, посмотрите, там очень классные голы. Мои. Там у них рейтинг, картинка, нации, клубы, да. И показатели. 6 показателей. Какие 6 показателей? Скорость. Раз. Защита. 2. Физика. 3. Удары. 4. Что еще важно? Что в футболе основное? Пасы. И? Блин, я 1000 раз видела эти карточки. Миллиард раз я их видела. Вы видите мое тупое лицо, да? Дриблинг. Все верно. Да? Я вспомнила. Вот. Скорость. А то нам на английском там сложно. Но ты правильно ответила. Ты молодец. Я не опозорила имя жены Фифера. Потому что здесь бы, конечно, был бы полный залет. Но у тебя пока что 1.5 правильных ответа, максимум. Но нет, на 1 чистый есть. Чистый гол и 1 ассист. Хорошо, назови мне, пожалуйста, 3 фильма или сериала о футболе. Пеле. Хорошо. Тед Ласса. Супер. Мы смотрели, кстати, топовый сериал. Вдруг вы не видели, рекомендацион наш. Ну, документалки по-любому комнату снимали. Типа «Жизнь Марадонны» какой-нибудь. А Бекхеме есть, по-моему. На Нетфликсе. Да. Да, кстати, это один из пунктов, почему он поднялся выше Месси. Нетфликс документалка принесла ему много. Да? Да. Кстати, мне очень понравился момент с этого... С женой, она пыталась прибедняться. Он такой, а на чем встречал тебя отец? Но это было быстро. Это ты молодец, одобряю. Еще было про Яшина, да? Да, точно. По-любому. Теперь назови мне, пожалуйста, 5 российских команд, которые когда-либо играли в Лиге Чемпионов и Лиге Европы. Это было давно. Давай, у тебя 6 попыток. Если ты назовешь... Ну, смотри, ЦСКА точно играл. Да. Точно играл «Зенит». Да. Точно играл «Спартак». Да. По топам пошли, скажем так. «Локомотив». Да. Надо 6? И так много... Последний остался. Их так много играло? Не, играло много, но назови хотя бы 5. А, их много играло, да? Да. Так, ну, я закрыла топ. Краснодар, конечно. Был? Же. Да. А, да, там... Мы на матч с тобой ходили. Спорту. Было. Правильный ответ, Максим. Это было просто вопрос на засыпку. Ну, помнишь ты или нет? Память рыбки. Ну, я ответила правильно. Хорошо. Сейчас я тебе скажу биографию, и ты должен назвать этого человека. О, типа историю давай. Единственный тренер, выигравший все топ-5 чемпионатов Европы, то есть он выиграл чемпионат Англии, Испании, Италии, Франции, Германии. И также выигрывал 4 раза Лигу Чемпионов. Мауриньо? Тренер, который сейчас тренер Реал Мадрида. Возможно. Как его зовут? Он такой дедок, серенький, в костюме и жилеточкой. Как его зовут? У тебя 10 секунд. Не-не-не, не считай, пожалуйста, 10, мой мозг не работает, 9, когда считаешь. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Финальный ответ. Это он, правильно? Ну, назови имя. Это позор, если честно. Папа Карло Анчелотти. Точно! Но это он же тренер Реал Мадрида сейчас. Да. То есть 0,5 баллов. Нет, я же нулям, знала, я нулям. Же его описала. Нет, даже. Никакого косарика. Ребят, мне кажется, засудили меня здесь. Офсайд был. Это можно даже проверить. Назови 10 футболок, футбольных клубов, которые у меня висят в шкафу. Можно все футболки Ман-Сити засчитать, одна. Как за штуки? Одна. Барса, Реал, Ювентус, сборная Италии, сборная Франции. Блин, ты в Ман-Сити сидишь. Ладно. Желтенькая такая футболочка. Ромы у тебя есть? Джигана. У тебя есть Локомотива. ЦСКА у тебя есть? Последняя. Господи, какой позор. Их я развешиваю каждый божий день. И Манчестер Юнайтед, конечно же. Красава. Ты на Краснодар даже не назвала. Я не дошла еще. И еще и Краснодара. И сейчас у нас очень много футболок. Даже у меня есть 2, кстати. Краснодара и Реал Мадрида. Вернемся к моей любимой фифке. Без нее никуда. Да. Какая сейчас, сегодня, до Тотти, мы это снимаем в четверг, самая рейтинговая карточка? Кто этот футболист? Самый высокий рейтинг. А икона считается? Да. Наверное, Пеле. А не Роналдо? Нет, Пеле. Пеле. А сколько думаешь у него? Рейтинг какой? Думаю, 98. 97. Близко, 96. Но Пеле? Да.
А? А на втором месте Роналдо, 95. Ты хотел меня ввести в заблуждение, но я все-таки так и подумала, что на втором месте. Ну слушайте, настоящая жена Фифера. По футболу такое себе, как у Фифера любого. Но с Фифой все хорошо. И это радует. Один из самых красивых и значимых турниров — это Лига Чемпионов. Конечно. Лучшие бомбардиры там кто два? Роналдо и Месси. Правильно. У Роналдо 140 голов, у Месси 129 голов. Это безумие. Кто на третьем и четвертом месте? Я могу сказать так, они играют сейчас. То есть это не какие-то закончившиеся. А я уже Анри стала думать. Не, Анри там далековато. Так, они играют сейчас. Кто из топов? Возможно, это Мбаппе? Не успел. Еще мало. Холланд, Мбаппе, значит, мало. Кто из топов играет? Левандовский. Третье место, 92 гола. Шарит, шарит. И четвертого назвать, да? Так, кто еще из старичков, но кто еще бегает? Златан. Закончил карьеру. Ну, на тоненькую он такой, он бегал до последнего. Но Златан есть далеко, у него всего лишь 48. Ну, слушай, такой разрыв три раза с Роналду, да. Мне кажется, там уже Мбаппе больше, наверное. Возможно, это Салах? Нет. Как ты могла не назвать человека, так, с которым рядом сидишь? Ты? Де Бруйне? А, Бензема, боже! Я иногда забываю, что ты... Я рыжий, что ли? Когда я порыжеть успел? Это от кальяна все, что ли? Нет, я про футболку Мансити. Ой, как неловко. Ну, а ластовый, коли ты так хвалишься своими знаниями Фифы. Да, попрометчиво, да? Да. У тебя сейчас перед глазами есть карточка, ты можешь прикидывать примерно, чтобы тебе было понятнее. Да. Ориентир Бернардо Силва. Сколько у Ван Дайка... Просто попробуй догадаться, показатели Ван Дайка обычная карточка его голдовая. Вот, то есть рейтинг и все по порядку. Так, у Ван Дайка 96. Обычная. Но он топовый, наверное, 89. Правильно. Вот здесь позиция, он защитник. Да, хорошо. Давай, скорость. Скорость. Но он бегает неплохо. Я думаю, у него скорость где-то 83-84. Не дай бог. Он иначе вообще играть было невозможно. Это мало? Много. А, много это? Это же защитник 78. Ты не угадала. Давай дальше. У тебя есть еще попытки. Так, следующий идет защита. Ну там, наверное, 90. Нет, по порядку. Давай, удар. Блин, так откуда я знаю, какие... Ну это защитник. Так, защитник. А что у защитника главное? Защита и все? Показатель. Давай, давай, давай. Удары, хорошо. Удары у него, вот, 82. У защитника, а сколько же тогда, по-твоему, у Роналду? 90, 110? Там. Хорошо тогда, я поняла логику. 75. 60. Ладно. У тебя два промаха из трех, давай. В чем сильных промаха? Пасы. Ну, пасоваться он должен лучше, чем бить. Но если там было 60, то здесь хотя бы 75. 71. Ну, близко. Ну, это можно зачесть, хорошо. Дриблинг. Дриблинг — это когда всякие финты делают? Да. Зачем ему финты? Они ему не нужны. То есть здесь тоже 70. Засчитываем, 72. У тебя осталось две категории. Нужно назвать одну хотя бы близко. А, следующая — защита. Ну, защиты должно быть очень много. Он же защитник, и причем топовый. Здесь 91. 89. Ну, близко это. Близко. Давай, Ластова, если угадаешь в пределах трешки, ты нормально. Физуха. Но он большой, сильный, красивый, умный, наверное. Это не точно. Думаю, здесь тоже неплохо. Но если Бернардо Силва 80 здесь нарисован случайно, он не очень выглядит на физуху. Думаю, у Ван Дайка 86. 86! Вы видите? Чувствую просто. Не то, что угадала, прям попала в яблочко самое. Ну давай, оцени, ладно, я готова слушать критику. Как ты считаешь, как я справилась? Фифу ты знаешь явно лучше, чем футбол. Это удивительно, но это прекрасно. Надеюсь, вам понравился такой ролик. Я пытался подобрать сложные вопросы, новые вопросы, которые особо нигде не видел. Если у вас есть классные идеи, еще пишите в комментариях. Спасибо вам за просмотр, надеюсь, вы кайфанули, играли вместе с нами, и оставайтесь с нами. На пару веселей, пока-пока. Ты видел, как попало? Да.